Привет, дорогие друзья! Вы на канале Милогем, это Тока, и мы играем, мы в деревне у бабушки. Внученька, внученька, просыпайся! Что такое, бабушка? Зачем ты меня так рано разбудила? Внученька, сегодня тебе нужно поехать на огород, ухаживать за овощами, за фруктами. Звонил дядя Коля, у него сломался трактор, ему нужна срочно ваша помощь. Он не может отвезти овощи и фрукты в магазин, но в магазине мало еды осталось, нужно срочно ему помочь. Да ты что, бабушка, конечно, мы поможем обязательно. Ну хорошо, тогда быстренько сейчас одевайся, что-нибудь такое не очень нарядное. О, отлично, мы поедем, тихо-тихо, отлично, мы поедем в огород ухаживать за фруктами. Тихо, не кричи, а то малыш проснется. Ему нельзя с вами на огород, иначе он там очень устанет, вы будете на солнышке очень долго работать, и он еще маленький, он, наверное, не справится. Ну хорошо, бабушка, я не буду шуметь, быстрее-быстрее собираться. Давайте мы сначала быстренько зубки почистим и поедем на огород. Я ни разу не была на огороде. Посмотрим, что там есть и что там растет. Я думаю, что там вкусненько, много всего. Привет, а я уже собралась. О, приветик. Ну что, поедем? Да-да, вместе поедем. Пойдем сейчас что-нибудь наденем. Не очень такое нарядненькое, потому что на огороде придется работать. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь есть. О, Кроля, привет. Ну, давай, я думаю, что я надену вот этот костюм. Смотри, он не очень такой светленький, я не замараюсь в земле. А ты можешь вот этот надеть. О, мне нравится. Слушайте, мне нравится такой цвет, такой вишневый. Что-то шкаф не закрывается. О, этот шкаф, он вечно не закрывается. Нужно дедушке сказать, чтобы он его починил. Он меня уже замучил. Ну, ладно, не злись. Так, внученькам я сейчас приготовлю вот такие хлопья. Старшенькая меня уже поела, младшенькая сейчас приготовлю. Вот, смотрите, хлопья и идет. Давай вареницы туда еще положим. Вот такая вкусняшечка для моей любимой внученьки. Она сегодня будет очень много работать, поэтому ей нужно позавтракать. Ой, бабушка, дедушка, я уже готова. Доброе утро, внученька, давай кушай. А я уже поела, давай быстро ешь и поедем, хорошо? Бабушка, как вкусно! Ой, варенье твое фирменное и молочко, конечно же, все домашнее. Бабушка, спасибо большое, было очень-очень вкусно. Пожалуйста, внученька, ну все, собирайтесь, а то сейчас уже солнышко взойдет, будет очень жарко. Ну все, пошли? Ладно, давайте, хорошо вам поработать. Спасибо, пока-пока. Ну все, мы пошли. О, а меня? Я тоже хочу на огород. Нет, меня возьмите. Ну ты что, как же ты поедешь? Ты же еще маленький. Нет, я тоже хочу на огород. Пожалуйста, с вами. Там ламы. Ну вот, тоже захотел на огород. Ну ты же знаешь, что тебе нельзя на огород. Там очень жарко. Я хочу на огород, пожалуйста. Ну что же делать? Ну ладно, отправляйся. Ура, на огород. Ура, быстрее одеваться, быстрее. Где моя самая такая немаркая одежда? Чтобы вот этот костюмчик надену, я точно его не замараю. Все, я побежала быстрее, пока сестренки без меня на огород не уехали. Хотели без меня уехать, надо поправить, а то бабушка будет ругаться, что я тут бардак навел. Ну все, побежали быстрее. Ура, я с вами, сестреночки. Ну ладно, отправляйся давай, внучок. Я за тобой попозже приеду. Весь день ты там не будешь находиться. Хорошо, приезжай, деда. Ну ладно, пока. Пока, бабушка, пока. Ох уж этот трактор, эта телега, развалюха, опять сломался. Да сколько я могу тебя чинить уже? Ой, опять его чинить, не знаю уже, что на этот раз сломалось. Надо новый трактор покупать. Эх, как же я теперь в магазин фрукты довезу? Ох, этот трактор, может быть, мне кто-то все-таки приедет и поможет. Позвонил, может быть, кто-то приедет и поможет мне собрать овощи. Эх, смотрите, никак не заводится. Ой-ой-ой, что-то опять очень серьезное сломалось. Давайте-ка мы с вами попробуем починить, ну не знаю, получится ли у нас это или нет. Сейчас возьму свои инструменты и буду чинить. Не знаю, сколько же времени мне на это потребуется, но я думаю, что это будет не скоро. Эх, ну что поделаешь, никто не идет помогать. Как я рад, вы пришли. Ой, да, мы пришли, и я хочу покататься на тракторе. Ой, ну я не могу тебе обещать, у меня трактор сломан. Починю ли я его? Но если починю, то обязательно тебя покатаю. Ну давайте, показывайте, что же нужно делать. Да, девочки, нужно убрать вот эти камни с огорода. А пока, мне кажется, вам нужно с маленьких грядок начать. Ну хорошо, мы все уберем и подготовим поле. Отлично, сейчас я вам покажу. У меня еще есть тут маленькие грядки, вы можете пока на них что-нибудь посадить, и тоже там неплохой урожай. А вот эти камешки можете тоже пособирать пока. Да, я, пожалуй, начну вот эти камешки собирать. Вот, девочки, здесь тоже можно сажать, и здесь очень много разных грядок и семян. Ребята вам подскажут, они здесь давно у меня уже работают. Ой, да, мы подскажем. Капелька у меня самый главный мастер, и вот Лёва тоже любит очень растения, очень много всего знает, он вам все расскажет. А я буду
будет женить. Ох уж этот трактор. Ну что поделаешь. Привет, привет. Меня зовут Миша, а меня зовут Настя. Приветик, приветик. Очень приятно познакомиться, я Мила. Так, ну что, давай-ка я тебе покажу. Вот наши грядочки. О, классно, но я пока пойду камешки соберу. Все-таки нужно освободить. Вдруг он трактор быстро починит, а я займусь этими грядочками. Ну хорошо, я пока пойду посмотрю. Может быть, где-то есть тенечек, чтобы братика туда посадить. Все-таки ему будет тяжело целый день на солнышке. Ой, смотри, какие ламы. Ой, какие классные ламы, малыш. Он такой красивый. Да, радужный, красивый. Морковка есть, можешь покормить. Привет, ты такая нарядная. Да, я всегда нарядная. А ты не боишься заморать свою одежду? Нет, я всегда так красиво наряжаюсь. Вообще не люблю деревню. Мне нравится больше в городе, родители меня сюда притащили, но я, если честно, вообще не люблю деревню. Ну как, я люблю деревню, здесь можно отдохнуть и просто с природой поближе побыть. Ой, нет, мне больше нравятся разные магазинчики, а я, ну, тоже с города. Ты тоже с города? Да, я тоже с города, но мне деревня нравится. Периодически можно поездить и отдохнуть. О, лама, лама, кушай морковку, малыш съел, как он хороший, а можно на нем покататься? Нет, на них нельзя кататься. Смотри, можешь... Ой, смотри, ты на руки его взял. Малыш прикольный. Малыш взял малыша на руки. И на маме тоже нельзя кататься. Ламы не катают. Ой, смотри, что я здесь нашел. Тут радужная какашка есть. О, ничего себе, прикольно. Классная такая. Можно будет с собой забрать. Но они очень, очень милые. Ой, малыш, ты зачем грязную морковку съел? Ой, ну не знаю, она была такая вкусная. Ой, что-то меня тошнит. Ну вот, зачем же ты грязную морковку съел? Что же теперь делать? Что же бабушке сказать? Ой, мне уже нахорошо. Ну вот, ты меня напугал. Больше так не делай. Я могу с ним пока понянчиться, если хочешь. У меня есть младший брат, познакомься. Это Тимур. Привет, Тимур, привет. Давай играть. Ну давай. Ой, как хорошо. Ну тогда я пойду работать, нужно помогать. Ладно, ладно, не переживай, я за ними пригляжу. У меня тут есть много еды, они как раз покушают и повеселятся. Отлично. Так, ну давайте какашечку мы сюда положим пока на лавочку, а я пока камешки буду собирать. О, какие тяжелые булыжники, ничего себе, сколько же они весят. Так, ну-ка, не надрывайся, давай я тебе помогу, сейчас я инструменты положу. Вот, такие тяжелые камни я сам буду перетаскивать, вот эти маленькие можешь сама взять. Ой, хорошо, ну да, это легкий. О, вот это действительно очень тяжелый булыжник, откуда же они здесь взялись, не представляю. И вот, еще тяжелый, тяжеленный, но ничего, я справлюсь. Так, понесли. Ой-ой-ой, какой он тяжелый, очень. Все, готово. Все, пошел я делать трактор, нужно уже делать, нужно уже его ремонтировать. Ну ладно, я пока пойду ребятам помогу. Ну все, я освободилась, могу теперь тоже вам помогать. Рассказывайте, что же нужно делать? Нужно всем взять лопаты и разные принадлежности, будем делать лунки. Я вот такую маленькую лопатку возьму, но я побольше лопату возьму, у меня тоже будет большая лопата. И вот тебе еще такие грабельки небольшие. Ну а теперь будем делать лунки и... Да, лучше возьми щипцы, ты будешь собирать урожай. Вот, смотрите, как легко лунки делать. О, классно, правда, смотрите, лунки получаются, круто. Так, мы сделаем... О, а я закопала. Нет, не закапывай, я теперь раскопала. Не так уж это и легко, ребята. Можно сразу и закопать, и раскопать. Поэтому нужно аккуратненько, чтобы два раза в лунку не попала лопата. Все, здесь мы раскопали луночки, а теперь здесь копаем... О, здесь огурцы у нас растут, так интересно, на деревце. Обычно они, конечно, не на дереве растут. А я собираю урожай, помидоры и вот ягодки, черника, или это смородина, наверное, это смородина. Цветочек даже есть красивый. В эти коробки мы будем складывать готовые наши фрукты, овощи и ягоды. И еще есть мешок из-под картошки. Картошку туда будем складывать. Давайте помидорки сложим вот в этот ящик. Ммм, вкусный помидор, я попробовала, он такой спелый. Картошечку вот сюда складывайте, у меня тут мешок для картошки есть, вот специальный. А можно ягоды тогда сложить в ящик, чтобы они не помялись. Вот, готово, отлично, ты как всегда самый умный. Да, у нас самый умный Лёва, он читает всегда книги, и поэтому больше всего знает. Да-да, я такой. Ну вот, я еще собрала тут огурчики, вот еще огурчики и цветочек. Можно будет бабушке подарить, отвезти. Точно, это для твоей бабушки будет. Так, ребята, молодцы, молодцы. Я отвечаю за полив, я капелька. И поэтому сейчас буду все поливать. Очень-очень хорошо нужно будет полить, когда мы это все посадим. Огурчики все сложим в ящичек и помидорки. Помидорки с огурцами в один ящик сложим. А все остальное ягодки в другой ящичек. А цветочек пока на лавочку положим, чтобы у нас не потерялся. Для бабушки будет цветочек, для моей бабушки, ей понравится.
Все, готово, лунки. Эту грядку мы сделали. Можно еще луночки сделать в ящичках. Здесь тоже сделаем разные луночки. А вот здесь у меня почему-то лопата не копает. Похоже, земля очень жесткая. Нужно большую лопату. Я сделаю. Настя решила сделать ямки здесь. Так, и вот последняя ямочка. Ой, смотрите, моя лопата тоже теперь не копает. Очень даже странно. Зато закопала другую лунку. Давай я попробую. Похоже, земля очень жесткая. Нужно ее посильнее удобрить и полить, чтобы она была помягче. Все, мы это сделали наконец-таки. Было сложно, правда. Я буду сажать чернику. А я, пожалуй, картошку буду сажать. Я хочу клубничку, пожалуйста. Можно я буду сажать клубничку? Я ее обожаю. Вот она какая красивая. Ну, я тогда буду, наверное, огурцы сажать. Ну, а я думаю, что я посажу помидоры. Ну все, давайте закидывать семена в лунки. Надо сначала удобрить. Конечно, сначала удобрение. Мы насыпем побольше. Вот, чтобы у нас земля была такая хорошая. И выросли очень вкусные ягодки. Ой, ничего себе он накидал, ребят, смотрите. Ой-ой-ой, сколько удобрения. Капелька у нас суперпрофессионал. Огородник, он знает, сколько нужно для того, чтобы выросли очень вкусные растения, овощи, фрукты. И сюда тоже сразу удобрил. А пока он удобряет, ребята, я вам передам приветики, мои дорогие. Большущий вам приветик, такой огородный, солнечный, вкусный, со вкусом землянички. Большой привет вам, мои дорогие друзья. Хочешь получить привет? Подписывайся на канал, ставь лайк под этим видео и пиши под последним видео на канале «Хочу получить приветики». Очень много желающих получить привет, но я выбираю несколько комментариев. Все просто нереально, ребята, поместить в одном видео. И мы начинаем семена засыпать. Смотрите, какие красивые семена ягодки. Здесь у нас будут огурчики расти, здесь клубничка и черника, или это смородина, скорее всего. Вот помидорки, темные семена помидора. И на, там у нас, кстати, не раскопанные лунки, сейчас сделаем луночки, мы посадим с вами картошечку, да, точно, там будет картошка. Здесь цветочки, еще два цветочка для бабушки вырастим. Да, я думаю, что готово. Все семена на место, единственное, там еще сделаем. Вот так, каждую семечку мы закапываем. И здесь тоже так же все закапываем. Ребята, как будто правда настоящий огород. Я себя чувствую на настоящем огороде. Очень круто все это смотрится. И сюда мы картошечку посадим. Правда, у нас здесь семена другие уже оказались. Но я хочу здесь вырастить картошечку. Да, картошка как раз здесь очень хорошо будет расти. Я читал, как правильно выращивать картошечку. Все, готово. Ну а теперь самое главное, это полив. У нас есть поливалка. Это чудо техники. Давай ставь поливалку. Ставим ее на большую грядку. И сейчас у нас будет фонтанчик, после которого все быстро вырастет. О, ребята, смотрите, какая красота! Ура, ура, мы вырастили! О, как это красиво! Клубничка просто восхитительная! Она очень красивая! И ягодки тоже очень красивые, черника. Как же это красиво смотрится! Я тоже лейку возьму и тоже полью, только рядом грядочку. Здесь у нас картошечка растет, три куста картошечки. А здесь у нас тоже овощи будут. Вот, смотрите, смотрите, ребята, как все быстро растет, правда. Огурцы, помидоры выросли. Мы с вами справляемся, смотрите, цветы выросли, посадочки. Здесь у нас семечко, правда, одно не закопано. Давайте я закопаю. Все, готово, поливайте. Так, так, вот, отлично, это огурцы, но все. Давайте мы еще побрызгаем от насекомых, а то съедят всякие гусеницы и муравьи наши растения. Нужно это все обработать специальным веществом, чтобы у нас не скушал никто это все. А потом водичка смоет, и можно будет кушать это все. Так, ну вот так вот мы все это обрызгали, побрызгали. Ребята, я починил трактор. Ура, 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 наконец-таки он заработал. Как же я рад, наконец-таки, ой-ой-ой. О, приехал. Сейчас будем поле делать с вами. А вы, я смотрю, тут поработали на славу. О, ничего себе, вы столько посадили. О, здесь и клубника, и черника, и огурцы, и помидоры, и картошка, и даже цветы. Ничего себе, как вы так справились? Да, мы такие, мы любим помогать, это точно, мы работали, да. Девочки очень хорошо поработали, и мы тоже. О, но я очень удивлен, ничего себе. О, у вас семечко можно полить, может быть, вырастет? Да, я
вас люблю, ребята! Вы такие молодцы! Вы мне так помогли! Я уже был расстроен, что я не успею выполнить заказ для магазина, а вы просто супер молодцы! Ой, спасибо, спасибо! Да, ну ладно, я побежал делать поле, но я очень удивлен. Ребят, я так рада. Ой, а можно мой братик покатается на тракторе? Да, да, давай, веди его. Ой, спасибо, мы сейчас быстренько. Так, надо быстрее. Ай да, малыш, пошли быстрее кататься на тракторе. О, да, я хочу покататься на тракторе. Давай быстрее, пока дядя Коля еще согласился. Быстрее, побежали, побежали, побежали. Вот он уже здесь. Ну давай, малыш, запрыгивай, запрыгивай, я тебя покатаю на тракторе. Ой, как классно. Ой, я всегда мечтал поездить на настоящем тракторе. Ну вот, давай я тебя буду учить, как нужно работать на тракторе. У нас тут есть специальный план, как нужно все сажать и собирать урожай. У моего трактора есть несколько вот таких вот прицепов. Этот прицеп для того, чтобы собирать готовый урожай. Сейчас мы с тобой соберем, что у нас там есть на поле. Это пшеница и кукуруза. А потом уже будем делать и лунки. Вот, смотри, как легко. Мой трактор очень быстро все собирает. Ой, правда, трактор вообще молодец. Ничего себе, как ваш трактор быстро работает. Мы так долго это все делали, а ваш трактор за секунду все собрал. Ну-ка, давай включай воду. У нас тут еще не все созрело. Так, сейчас включаю, включаю. И да. О, кукуруза готова, можно собирать. Ну, поехали, малыш, собираем. Собираем эту кукурузку. Все, и эту тоже. Поехали, теперь будем делать. Поставим другой прицеп на трактор. Вот она, вот такая специальная. Ей нужно делать лунки. И будем делать с тобой очень много лунок, чтобы посадить семена новенькие. Так, здесь сделали. Еще немного лунок. И вот так, вот так. Ой, а это что такое? Что за страшная тетя? Это пугало, малыш, чтобы птицы не ели наши посадки. О, она такая страшная. Я, если честно, ее немножко боюсь. Не бойся, она не живая. Это просто куколка такая страшненькая. Так, что-то у меня тут лунки не делаются. Девчата, помогите мне, пожалуйста, что-то не могу сделать. Так, ну все, давай теперь меняем мы другую насадку. Вот эту сделаем, прицепчик такой. И засыпем туда кукурузу. Будем сажать кукурузу и все оставшееся. Посмотрим, сколько же у нас там места хватит на другие посадки. Ну, поехали, малыш, сажай. Смотри, как семена как падают в лунки. О, это очень классно. Мне нравится быть трактористом. Да, это очень классная работа. Я люблю свой трактор, особенно когда он у меня не ломается. Когда он у меня ломается, конечно, он меня очень злит. Но я всегда его чиню. И я стал уже супер крутым мастером. Ой, смотри, внучок, у меня уже тут выросла, уже пшеничка растет вовсю. Нужно поторопиться. Еще немножечко кукурузки с тобой добавим. И поехали сажать. Поехали кукурузку. Так, у меня опять закончилось. Так, девчата, что у вас там еще осталось? Давайте-ка мне семена какие-нибудь. О, все, мы так все семена израсходуем. Ничего, давайте-давайте. У нас очень большой спрос на овощи и фрукты. Ну, держи картошечку. Будешь сажать картошку? Давай, посадим. Поехали сажать. Уже выросла, смотри-ка, картошечка. Как все быстро у нас растет. Это все благодаря нашим удобрениям, которые купил наша Капелька. Капелька молодец. Самый лучший мастер. Ну что у нас тут еще есть по семенам? Что ему еще дать? Давайте, может быть, помидорки, чтобы он еще посадил. Вот, держите помидорки вам. Давай, давай, помидоры. Уже в лунку сразу закинули. Отлично, быстро работаем. А они у вас на голове. Семена на голову упали. Я-то думала, они уже в лунке. Так, что еще есть? Это маловато. У нас еще есть свободные лунки. Сколько же, ребята, здесь можно посадить на этом поле? Целую плантацию мы с вами уже засадили. Что еще будем садить? Давайте-ка все уже тогда посадим. И помидорки, и огурцы, и ягодки, и клубнички места здесь хватит. Смотрите, как все быстро растет. Шикарно просто, ребята. Огурцы закончились. Да, там больше нет семян. Давайте что-нибудь еще другое посадим. Давайте, может быть, клубничку еще посадим. Там есть места и ягодки. Можно еще смородинку посадить. О, вот, кстати, я еще не полил. Забыл один горшочек. Еще у нас там выросло. Ну все, давай теперь будем все это закапывать. А с краю нужно будет клубничку посадить. Давай закапывать все эти семена. Вот так легко все это закапывается. Так, и здесь тоже закопаем.
Отлично, мы с тобой очень хорошо поработали. Сейчас это будет все расти. О, давайте попробуем какашечку посадить. Будет она расти? Нет, ребят, она просто удобрила землю, как обычное удобрение. Но у нас теперь будет, наверное, какие-нибудь радужные плоды. Сейчас мы сюда попробуем посадить клубнику. Посмотрим, какая она вырастет. И я переставила туда поливалку. Давайте еще вторую поливалочку вот сюда поставим, чтобы у нас быстро все росло. Смотрите, как быстро все вылазит. Классно. Помидоры, все растет. Ребята, мы справляемся. Ура! Мы очень круто справляемся на огороде. Кукуруза огромная выросла. Это красиво. Давайте клубничку еще посадим. У нас из семян осталась только клубника, получается. 3 кустика будут расти. И один кустик у нас с удобрением радужной какашкой будет расти. О, нет, ребят, клубничка обычная выросла, но тоже очень-очень красивая. Классно. Я так устала, присяду на лавочку. Смотрите, как здесь красиво. Здесь корыто, и в нем плавают цветочки и свечки. Это после того, как ты хорошо потрудился, можно отдохнуть и посидеть возле такой красоты. Ага, отдыхать ты собралась. А собирать урожай кто будет? Смотри, сколько еще всего нужно делать. Ого-го, да, делать еще очень много. Я тоже, пожалуй, с тобой посижу с цветочками. Я очень устала. Ну ладно, девочки, отдыхайте, а я пока буду собирать урожай. Ну давайте собираем клубничку, соберем. Вот так легко ее срезаем. И ягодки. Все-все будем тоже срезать. Цветочки для твоей бабушки. Еще ягодки и помидорчики, огурчики. Тоже все-все будем собирать. Ну и, конечно, картошечку. Что у нас здесь еще есть? Еще огурчики. О, здесь у нас еще не выросло. Нужно полить. Или мы здесь срезали? Непонятно. Ну ладно. И так много всего. Ну все, ребята, готово. Теперь складываем все по ящичкам. Забиваем полностью ящичек. Смотрите, почти полный ящик ягод. Полный ящик у нас получается овощей. И картошечку. Одну мы, правда, в семена положили. Вот сюда, в этот мешочек, картошку. Вот такие у нас урожаи. Мы очень классно с вами справились. Да, отнесем все это дяде Коле, чтобы он отвез в магазинчик. Вот, смотрите, мы уже сделали такие, как вареница. Смотрите, уже у нас есть. Какая вкусная ягодка. Варенье уже готово. Быстро тут все готовится. О, несем, несем. Вот, смотрите, дядя Коля, сколько мы тебе тут собрали разных ягод. И очень много. И, конечно, картошки. Молодцы, ребята. Очень много всего. Молодцы. Я тоже поехал собирать. Сейчас мы переставим сборочную насадку, сделаем. Так, это снимаем. И поехали, поехали, малыш, собираем все это очень-очень быстренько. Клубничка, ребята, не собирается. Клубничку нужно вручную собирать, а все остальное легко. Смотрите, клубничка не собирается, ее вручную ягодки собирают. А все остальное легко трактор собирает, комбайн. Классно, дядя Коля, мне очень понравилось с тобой кататься на тракторе. А клубничку я так соберу и попробуем ее. Большая такая и красивая. А это я попробую. Какая вкусная. Угощайтесь, дядя Коля. Малыш, угощайся. Какая вкусненькая. Очень вкусно. О, и правда, клубника отменная. Да, мне тоже очень понравилось. А мы попробуем варенье. Смотри, у нас уже варенье есть. Вкусно-то как. Очень вкусненько. Да, это просто супер. Сделаем смайлики. Да, ребят, заметили, я использую смайлики. Очень классно с ними поиграть. Мне нравится. Ой, ребята, смотрите, стемнело уже вечер. Мы так потрудились. Да, я устал. И мы тоже очень устали. Смотрите, как красиво горит корыто. Очень прикольненько, здесь так все сделано. Да, это я делала, чтобы было красиво. Ты молодец. Ну ладно, я со всеми прощаюсь, пока. Надеюсь, что мы с тобой еще встретимся. Да, да, я очень тоже сюда хочу приехать еще. Все, я поехала домой. Пока, ламы, вы такие милые, они уже спать собираются. Ну ладно, давай, встретимся с тобой в городе. Хорошо, встретимся. Ой, а где мой братик? Не переживай, ты что, братик твой у дедушки, дедушка за ним приехал. Ой, я уже испугалась, думала, что мой братик куда-то потерялся. Не бойся, ты что? За ним же дедушка приехал, я и забыла. Ну хорошо, мы поехали домой. Тортик еще передала новая подружка.
Ну ладно, ребят, спасибо, что вы мне помогли. Вы меня очень выручили. Пока. Ой, мои внученьки приехали. Работяги вы мои. Наверное, устали. Давайте я вас накормлю. Мне внучок рассказал, что вы там работали и все, выросли. Да, бабушка, но мы не голодные. Мы и клубники поели, и разные овощи, помидорки, огурчики. Вот, смотри, у нас тортик есть. Ой, ну давайте, девчат, кушать тортики. Тортик, конечно, тортик это очень вкусно. Давайте, присаживайтесь и покушаем. Ой, я хочу тортик, можно я поем тортик? Ну сейчас, подожди. Бабушка, тебе еще цветочки, держи. Смотри, какие красивые. Да, очень красивые. Я их поставлю, пожалуй, сюда в стаканчики. Да, ребят, надо бабушке еще вазу купить. Я совсем про нее забыла. Нужно будет ей подарочек, вазу купить. Только это по секрету. Ой, какой тортик, я хочу тортик. Давайте есть тортик. Ням. Ты что? Какой вкусный. Ты что, весь торт съел? Ничего себе, нам даже не оставил. Внучок, ты что, весь тортик съел? У тебя же живот болеть будет. Ой, да, что-то мне плохо. Ты куда столько кушаешь? Ну-ка молочком запей. Ой, бабушка, да, больше не буду столько кушать сладкого. Ну, было очень вкусно. И, ну, по-моему, тебе уже хорошо, что ли? Ну, ты даешь, напугал меня. Эх, внученочек ты мой любименький. Ну все, пошли укладываться спать. Уже очень-очень поздно. Давай сначала нужно помыться. Ты такой грязный после трактора. Ты же катался на тракторе. Нет, я не хочу купаться, не хочу мыться. Нет, только не мыться. Нет, нужно помыться. Ты что, после огорода очень грязный. О, ну ладно, нужно так нужно. Давай-давай, купайся. Что-то у нас воды нет. Что опять с краном происходит? Ой-ой-ой. Дед, ну-ка посмотри, у нас кран опять не работает. Ох, он какой. Иди почини. Все нормально? Да, вроде как починил, говорит. Давай попробуем еще, внучок. Фу, работает. А то бы сейчас, представляешь, воды бы не было. Что же мы делали бы такие грязные после огорода? Давай-ка я тебя хорошенечко намылю. Ты такой весь черный, весь в земле. Все, держи, чистенький. И теперь можешь отправляться в свою кроватку спать. Ой, бабушка, я так устал. Я так устал, я хочу спать. Ну все, малыш, иди ложись. Бери свою игрушечку. И отправляйся спать. И сладких тебе сновидений, малыш. И вы, девчата, тоже отправляйтесь спать. Вы, наверное, очень устали. Ладно, бабушка. Ребята, на этом видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрел именно до этого момента. И, конечно же, будет еще видео про току, поэтому подписывайся на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Встретимся в следующем видео на канале Мелагейм. И всем пока-пока, мои дорогие.